Снова здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм, и как вы видите, вот что у меня получилось из реактора, который я в прошлой серии вам не достроил. Вот, то есть такие стержни, которые по 1.1 Quaver вырабатывают, ну и плюс, естественно, рефлекторы, которые увеличивают все это. И давайте же посмотрим, сколько мы партиков намутили. 202 тысячи. Довольно неплохо, согласитесь. Это вот на 6 охладителях, тут остальной ультимейт капаситор, и у нас 100 QA per tick идет. Per tick. Вот у нас апгрейды уже, то есть практически все сделаны. Тут уже по 30 SX апгрейды. Ну, я не знаю, нам нужно последние стержни на самом-то деле открывать, но я не уверен, что мы сможем их открыть. Ну и на самом-то деле я, наверное, закончу вообще летсплей по этой игре, если мы сможем открыть эти самые стержни в этой игре. Ну, то есть я их не буду ставить, я просто их открою, чтобы показать вам, какие у них характеристики. Refund upgrades и все. И давайте посмотрим. Раз, два. У нас 520 тысяч, так что все на самом-то деле. 515. Блин, не хватает. Совсем немного не хватило. You set high score in reactor incremental. Прикольно, мне тут пишут, короче, что я... Я девятый! Я на девятом месте, прикиньте, на этой неделе. Капец! Я, короче, один из самых лучших игроков в эту игру. Уже стал. Прикольно, прикольно. Да, ну и в общем-то придется, значит, нам еще раз пофармить, чтобы эти ставриумовые целые построить. Ну и значит, давайте же начнем. Так, 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 до 6.4 все вкачиваем. 6.4, да. Это тоже до 6.4 пока что. Ну потом, естественно, все будет побольше. 6.4. Ну и теперь давайте. Раз, два, три, четыре. 12.8, 25, 51. 102 давайте все-таки вкачаем. Здесь 12.8, 25. 12.8, 25. А, следующий уже нельзя вкачать, да? 25. 51, 51. Блин, охладители не вкачал. Ну, это плохо на самом-то деле. Охладители очень сильно нужны. Давайте престижнимся еще разок. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. В общем-то... 25, 51, все. Теперь вот это вот по максимуму. Все. И 102, может быть, тоже туда замутим. Так, 25. 51 не будем делать. Так, здесь тоже 51 будем делать. Да, 102. Ну и здесь, собственно, 102. Все. Теперь вот эти вот делаем штуки. Так. 16, и вот это на остальные деньги. Остается 216, но они могут очень сильно повлиять, как вы помните. Так, 102к, вся фигня. Давайте же развиваться, но в следующий раз мы уже точно сможем эти сварвиум целые открыть и посмотреть, насколько они круты. Так, да. Но вообще плевать, тут этого... недостаточно вырабатывается тепла совершенно. Видите, оно даже убывает с какой скоростью. Видите? Чем больше хита, тем больше он убывает. Так, теперь, значит, вот это вот поставим. Ой, не вот это, а вот... Хотя хрен его знает. В общем, ставим, сколько он охлаждает? 8К! Прикиньте, 8К охлаждает. Раз, два, три, четыре.
И теперь вот эти штуки. Раз, два, три, четыре. Можно сразу сюда поставить новые целки. Не 150 хита, а здесь, блин, 8К. Да. Бывает. С кем не бывает, как говорится. Сюда ставим и сюда ставим. Раз, два, три, четыре. Ставим новую эту штуку. Прокачиваем это, прокачиваем это. О, отлично, теперь не надо щелкать. Ну и это тут 5,4К. А здесь 8К. Нет, нужно новые уже охладители ставить. Так, не обращаем внимания на то, что здесь творится. Так, так. Сколько они? 60%, блин, ну 60% это уже было у нас. С другой стороны, сами целые стали больше вырабатывать, да? 1,8К, нифига себе, энергии. Через shift давайте вот так сделаем. Это значительно лучше. Миллионы, миллионы, миллионы крутых целов. Так, ставим вот это, значит, и вот это ставим. Или уже вот этим можно по 50К. Почему бы и нет? Так. Ставим. Не хватает. Ну что ж, вот это вкачиваем, вот это. И вот это главное побольше. Так, 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 так. Вот это вкачаем пару раз. Все, пошло дело. Ой, блин, надо вот эту ж поставить, а я не то поставил совершенно. Так, ну и сюда можно уже эти ставить. Два, три, все. Ну и надо, значит, больше их ставить. У нас уже миллионы стоят. Так, давайте поменяем сначала эти, потом поставим вот так вот. Почему бы и нет? О, уже улучшенные. Ну нет, улучшенные рановато. Сначала таких понаставим. И, кстати, нужно прокачать их немножко. Так, 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 так. Без прокачки просто никак. Так, так, так. Теперь вот эти вот штуки потихонечку ставим. Себоргиум цел. Замечательно. Крутые целочки наши. Думаю, сейчас мы быстренько выйдем в нужное количество. Однако жаль, если бы я еще пару часов подождал, то у меня бы было достаточное количество для... Вы поняли чего? То есть, ну, мог бы я открыть в последние целы и уже закончить бы игру. А так придется опять строить все заново. Лишний раз. Но если б я только знал. А я не знал. Вывод. Надо много знать. Так, вопрос. Сколько? 228 миллионов. А тут 3 биллиона. Хватит. Хватит. Вполне себе хватит. Замечательно будет. Так.
И давайте апгрейд сразу же возьмем этот, потому что я знаю, что когда нам доступен четырех, в общем, четверной цел, то тогда это означает одновременно, что мы можем сделать апгрейд на эти самые целы. Первый. А может сейчас уже и второй. Да, видите, могу много апгрейдов делать. Так, так, так. Так, 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 так. И давайте через Shift. Все. У нас много энергии. Ура! Ура, товарищи! Последний капаситор за 12 минут, то есть мы все это смогли добиться всего этого. Круто! Сколько он? 1.73 QA. Неплохо уже накапливает. Теперь нужно на вот это собирать. 3.9T. Хотя это многовато. Но я думаю, мы как-нибудь справимся. У нас уже есть вот такие вот штуки ведь. Да? Плюс еще вот эти вот наши замечательные дефлекторы. Дефлекторы тоже очень хороши. Они очень-очень-очень-очень-очень хороши. Потому что они очень-очень-очень хороши. Дауриумные целы. Блин, на 13-й минуте дауриумные целы. Капец, как же это быстро. Все потому, что я уже отработал тактику. Так. Но я хочу все-таки все целы изобрести. Ну я реально, сейчас я на 9-м месте. Прикольно. На 1-м месте чувак, у которого вообще дохренища всей этой энергии. Ну хоть где-то я, блин, один из первых. Тот, наверное, на самых последних целях строит реактор, который самый крутой. Ну быстрее, блин, чё ж оно так медленно копится? Копится, копится, копится. Так, так, так. Так, так. Так. Ужас какой. Так. Ну и отлично. Блин, все быстрее и быстрее, но это как-то неправильно. Это неправильно. Так, а теперь сейчас давайте сделаем так. И потом уже будем все здесь по очереди менять. Так, почти 3 биллиона энергии эти целы делают нам. Но мне вообще-то хотелось бы четверные сделать. Но четверные они довольно-таки дорогие. Так, так. Все, теперь будем копить на четверной цел. Так будет дешевле, мне кажется.
Давай же 17, 18, вот. Бамс, и все. И пошло дело. Сколько он? 32 биллиона. А здесь 259 биллионов, так что все будет норм. Так, ну и давайте же удвоение. Где мое удвоение? Вот оно, удвоение. Удвоение энергии. Ох, как хорошо действует. Видите, как быстро накапливается. Если бы без этих зажопников, ну, в общем-то, без этого замедления мы бы гораздо быстрее всего достигли. Но, естественно, для этого нужно вкачиваться еще сильнее, чтобы этих замедлений всех не было. Так. Итак. Итак. И чем больше мы их ставим, тем быстрее накапливается. Скоро будем непрерывно их ставить. И будет круто. Так. Ты чё? Совсем офигел? Пошло дело. Вопрос, а сколько нужно, чтобы их качнуть именно так капитально? Ну, мне плевать, я сейчас буду другим заниматься. Так. Во. И последние два. Все. У нас есть такой вот квадратик, с помощью которого мы будем копить на вот эти целые протеумные. Ну и дальше я не буду снимать. Мы в этот раз в одну серию вложимся. Видите, уже вложились. Так, ставим это. Просто после протеумных целов нужно довольно много ждать. Хотя можно на протеумных целах как раз уже и эти поиметь. В принципе, я думаю, через кюмиум целый можно перескочить будет. Просто вот эти вот целы очень эффективные. Хотя один цел требует 400 Т энергии. То есть как 8 вот таких вот. Ну и вырабатывает, конечно же. Очень и очень много. Так, значит. Так, и 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 так. Раз, два. Раз, два. Бамс, бамс. Вот так вот у нас получается. 1,3 кун. Ну теперь пора строить вот такие вот хитвенты и вообще прокачивать вот эти вот все вещи. Так. Значит, вот эту еще фигню прокачаем. Десять Т, нифига себе. Ничего себе. Так, 2,6 Т, а здесь 10. Нет, ну 2,6 это мало. Нужно вот эту вот первую грейдануть еще. Оно стоит 23 куэй. Что это за фигня такая?
И теперь, значит, вот этих вот понаставим здесь. Нужно побольше охлаждения накопить до того времени, как мы пойдем в противные целые. Практически моментально все это происходит. Так, 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 так. И все, и у нас есть противные целые. Ну, точнее, так сказать, есть. Так, 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 так. И давайте же поставим сюда вот эту вот штуку. Кроме того, давайте все эти этими заменим, а потом опять этими. Все. Обновили. Теперь 1,25Т. О, тут много Т. Поэтому этих мы запросто ставим. Большие количества целов. Да, эффективно. Эффективненько. Так, можно это все убрать, а вот это по единичке придется убирать, потому что иначе произойдет очень плохие вещи произойдут. Именно великий взрыв. Так, так, так. Так, ой. Вот так, вот так, вот так. Нет, вот так. Вот так. И вот так. Все. Так, теперь мы можем их заменять уже такими. 45Т. А у нас 290, 72. Вот это вот одна розочка только. Так, теперь расширяем, значит, розочки наши. Раз, два, три. И раз, два, три. Два, три, четыре. Раз. Два, три, четыре. Выдержит как раз. Ой, много QA. Давайте, значит, это вкачиваем. Это вкачиваем, это вкачиваем. Это вкачиваем, это вкачиваем. Все, все вкачиваем. Ой, надо сначала розочку поставить, чтобы не взорвалась. Потом уже эту фигню ставить. Так, 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 так. И на самом-то деле, не знаю. Взорвется, не взорвется. Нет, не взорвалась. Отлично. Все. Теперь можно восстановить всю эту фигню. Я, наверное, не буду вообще кюмеловые целые использовать. Я буду сразу идти в эти. Перепрыгну, в общем-то, два целого и сразу же в эти пойду. Но нужно 86 QE, что довольно-таки трудно заработать, и придется часто менять эти целки. Но зато потом будет все выгоднее и выгоднее. Потому что вот эти вот кюмиум целые, они очень долго раскачиваются. Так, 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 все, отлично. Теперь можем вот это вот поставить. Раз, два, три. Ну, довольно неплохо. Уже 6 QE.
Хотя сколько 45, а здесь вырабатывается 693 и 159. 150 умножить на 4, это значит на 2, где-то 600 получается. Ну да, здесь 639 как раз. То есть каждый этот по 600. Ну, можно, значит, еще ставить таких штук. Так, 900Т. Ну, это уже 1200, поэтому можно еще столько же примерно сделать. Так, вы, значит, идите сюда. Давай, стройся. Так, все. Теперь можно поставить вот так вот. Так. Отлично. Ну и уже 14 куи, как вы видите. То есть мы скоро сможем первый стержень другого типа поставить. Это будет прикольно, прикольно. Так, 16 куи. Давайте вот это еще вкачаем. Хотя мы сейчас все потратим на апгрейды. Нет, давайте лучше сначала выйдем в новые целые, а потом будем тратиться на апгрейды. Это много. Ну и, собственно, на этом я, пожалуй, закончу серию, потому что ждать это будет довольно-таки долго. Пока 8.6 накопится. К тому же придется менять эти целые и больше ничего не делать. И поэтому я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк, если понравилась серия. Всем спасибо. Всем пока. В следующий раз вы увидите, собственно, что делают последние целые из престижного этого. Ставриум целый, в общем-то. Что они делают и зачем они нужны. Ну и пока-пока!